Голова, блядь, дай денег. Нифига себе, дожди найдет. Всем привет, друзья, дорогие подписчики, с вами Билджин. Вы не ожидали этого, можно сказать, как подкаста или мини-влога. Но я хочу вам сказать о том, то что, ну, первым делом я нахожусь на той постройке, может, я не знаю, там, может, нет. Там мы снимали видео, где мы танцуем, и мое первое видео. Ну, я там нахожусь я тут вдвоем с чуваком, который там ходит. Мы зашли сюда не просто так, а мы скрываемся от дождя, вот, в принципе, там. Дождь идет, вон, видите? Вам видно еще есть. Давайте перейдем к делу. Почему же я начал снимать это видео? Я, конечно, буду запинаться и не понимать, что я говорю, потому что... Да, дождь идет привлекательно просто. Потому что я не репетировал, а просто мне в голову пришла эта мысль. Друзья, сегодня у нас вроде 12 число, я не знаю, но сегодня среда. И в пятницу, потому что там будет хорошая погода, с пятницы по субботу я хочу как бы провести ночь на заброшенной пятиэтажке. Вот вы сейчас видите тут. На заброшенной пятиэтажке, вы, наверное, кто живет в городе, где я, вы знаете ее. Я хочу там провести ночь. Я хотел сначала один, но теперь я не один, теперь мы будем вдвоем с чуваком. Вы его видите тоже. Мы будем там начать примерно с 11 и до 6 или до 7. Подробнее вы увидите видео. Что же требуется именно от вас? Вы должны поддержать меня, поставить лайк, написать комментарий, тот, примерно, вопрос, любой просто вопрос, да, чтобы не повторялся, чтобы я сидел, если мне вдруг грустно, и решил именно момент этот записать. Примерно вопросы можно было такие: сколько тебе лет, где ты учишься, допустим, почему ты начал снимать, зачем ты вообще на ютубе, что ты еще дальше хочешь снимать и так далее. Вы можете это тоже написать, но любое главное. Давайте примерно наберем, можете и в комментариях, а кто там выглядывает, да, кто там выглядывает. Вы можете прямо написать мне или ВКонтакте, или под, это, комментарии под этим видео. Голова, да-да. Что-то у меня солнце ослепило, вот. Расскажите друзьям, чтобы они тоже поддержали меня и написали комментарий, лайк поставьте, и все это, все, что от вас требуется. С вами был Билджин, ждите видео. Я не знаю, когда оно выйдет. Я так думаю, что оно выйдет примерно вечером. Вечером в субботу. Ну и все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям обо мне, пишите ваше мнение, а также подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, ссылки я оставлю в описании, и если есть какие-то мнения, пожелания, просьбы, пишите мне в комментариях под видео или в личное сообщение ВКонтакте, добавляю друзья, для тех, кто хорошо общается, пишите мнение, пожелания, просьбы и так далее. С вами был Билджин, всем пока, и увидимся в следующем ролике, всем пока!